Так, вот он наш Сатурн. 3 октября 2019 год, Харьков, 18:59 по Киеву. Полтора миллиарда километров до красавца. И вот такой он чутенький. Яичница глазунья с желтком. Да, но у нас там он, я вижу, Юпитер прячется за кран. А виновник торжества у нас сегодня именно Юпитер с Луной, который сблизился. Ему перемещаться придется. Натурально спрятался за кран строительный Юпитер, пока наводился. Вот у нас 3 угловых градуса между Луной и Юпитером. Не хочет наводиться. Портит нам всю малину. Перманентная в этом году дымка. Все фокусировки фотоаппарата сводит на нет. Ну, а вот он, Юпитер. Не показывает нам эта дымка ни галилеевых спутников. Ничего себе. А сейчас ведь должны быть справа 3 спутника хорошо видны быть. А слева 1 Ганимед. Ну ладно, у природы нет плохой погоды, только очень много облаков. Бог с ним. С Юпитером, с его спутниками неверными. О. Сейчас. Предоставил возможность мне самой в кадр залезть своим ходом. Тут бы музычку какую-нибудь торжественную, судьбоносную, фатумную. Но в голову почему-то лезет только Пергюнд. В пещере горного короля. Больше в голове места ни для чего не осталось. Вот так. Где-то так, да? Лучшей красоты не получим. Ну и на том спасибо, господи. Что ж ты поделаешь? 19:04.